О, Денис, а мы в эфире? Когда до дома добрался и рассказал все Сережке. Искра в глазах отличия появилась. Че за бизнес, сука? Валерия Альбертовна, вы сегодня одна на кассе. Галина в отпуске. Че за бизнес, сука? Галина сегодня, да, сегодня я одна на кассе. Поэтому все, открываемся. Подходим, красные, желтые ценники, скидка 99,9%, сегодня субботние скидки, распродажа всего. Давай, покупай побольше, набирай, сегодня скидки 99,9%, распродажа всего. Последнее, успейте забрать последнее. Распродажа всего, давай, так, что там у нас? Сису, да, так, $5. Ну, ладно, карты у меня не принимаются, хлеба не нашел. Да пошел ты нахуй, хлебный мальчик. О, молодец, набрал, красава. О, хорошая. О, хо-хо-хо-хо. Молодец, мой. Давай. Молока надо, хлеба, да, иди ты, да, подходим так. Кофе, да, будем пить кофе. Хорошо, $24 с вас. $24 подходим. Ох, касса пошла. Добрейшего. У меня скоро будет 10 уровень. А там уже можно будет это брать. Кульные вещи, вот, поменять, $4 надо, раз, два, три, четыре, подожди, просто когда не наебаешь, типа опыта больше дают, вот смотри, сейчас наебу, мне минус дает, когда наебаешь, минус опыт, давайте-то не будем чуть наебывать, но как так жить-то? Так плюс 5 СП дается. Вот, а так, ну типа, минус один дается, когда наебаешь. Да, сейчас полоска прям, видите, как растет, когда не наебаешь. Че за бизнес, сука? Да. За ожидание? Да нет, я же быстро обслуживаю. Может, свет включить надо? А ну-ка. Валерия Альбертовна, 54-го года. Ежедневно замещает кассиршу Галину в Мамонт Маркет. Данная бизнесвумен зарабатывает на жизнь самой честной продажей масла. Каждая заработная плата уходит на ламоду Сережки. Смотри, чел, паста типа дорогая. Панзати. А что такое панзати? Да где ты нашел-то пасту? Это масло, это... Вот это есть панзати, что ли? Да нормальная цена. Боже, как можно было мне посоветовать эту ебаную игру? Это объясните, пожалуйста. Пришел в этот магаз. Мой сука, да. Отзыв. Во-первых, соль хуйня. Вся семья в инфекционке, да? Лежит. Все хорошее. Во-вторых, наебали на кассе. Света в магазе нет. Кассир есть. Стоит потный, обосранный, жирный чмок. Ебала, закрой, хуйня. Сука. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Вот сейчас у меня поплёт, сука. Смотря. Хрюндель какой-то покупает просрочку мою. Давай, родной, просрочечку бери. Видь. У, сука. Смотри, просрочку мою покупает. Давай, родной. Мука дорогая. Ну иди тогда на рынок у бабок покупай. Так, ну эту можно уже, ну, не то чтобы обмануть, просто нахитрить немножко. 50, 60, 65, 70. На $10 соснула. Блять, жирный уёбок. Как его сделать, чтобы он положил продукцию брата, его мать ебал? До телекоммуникационной сети дошла информация,
что так называемый дикий охотник 77-й модели насрал в вашем магазине. Предположительный мотив. Долг за бензин. За холодильником. Да. Что с ними не так? Почему они вот втроем вот это ходят вот так вот? Как их сделать, чтобы они перестали быть забавованными? Три клиента, блядь. Да как сделать, чтобы он не был забагован? Это пи***ц. Вот столько набрал в сумку, теперь что, все пропадет, что ли? Ну это же бред. Прилавки переставить. Сейчас смотря, что я могу сделать. Я могу, знаешь что? Нанять работника, блядь. О, я оформил. О! Работает, дура! Ляглык, сука. Ну? Да что сделать, чтобы не... Ну ты пи***ц. Посмотрите, что творится. Ну что, вот что с ними происходит, ебаньки вот эти вот? Вот эти три пи***ц. Сколько денег-то? Я не знаю, что делать. Быстрее давай пробивай, долбоёб. Только попробуй наебать. Нормально бизнес-то идет. Масла надо много. Вообще надо один прилавок полностью маслом забить. На каждый продукт свой прилавок. Это будет вообще must-have. Тогда я буду мониторить, что лучше берут люди. Да, точно. Я придумал. Ну да, так уже повеселее, конечно. Повеселее, когда Галя вышла с этого, больничного. Не, ну а что, бизнес-то пошел у чела. Давай быстрее работай, волю! Валю! За что платить? За что я должен платить? Да пошел он нахуй, пусть работает больше. Проходим, черное, красное, желтое. Ты смотри, сколько людей стоит, быстрее шевелись! Я делаю только хаста-стайл. Я делаю только лишь хаста-стайл. В смысле, в каком кредите? Я кредит должен. Да иди ты. Я никому не должен ничего. Покупаем, берем, мозги не ебем, роднульки. Что-то быстро как-то не разбирают полки прям. А прибыли как таковой особо не идет. Что-то я не пойму. Кассир пидас. Ворует что ли? Или что? Или... А, он же не наебывает, как я. Надо самому продавать, наверное. Надо самому бизнесом делать. Вон два дебила застряли. Да быстрее пропикивай, дура. Я делаю. Делаю. Только хаста-стайл. Работай. Быстрее шевелись, чучело. Работай, давай, родной, я делаю. Не, ну согласитесь, там попёр бизнес у чела. Просто чел бизнес творит, жесть. Ничего, так и гипермаркет уже у меня вырос, да? В смысле, товар выносят, воруют? А нет. Ебать, мало плачу, ну не хочешь, другого найду, ёпты. Ты нужен. Знаешь, сколько желающих на твое место? Хуйло инфантильное. Работай, говно. Быстрее, давай. Деньги бери, до свидания.
Быстрее пробивай. Нормально. Нормально, нормально. Работай. Рабочий день начался. Работай, чучела. Можно, кстати, кредит брать. День по 440 долларов. Во. Кредит, блин, на 2000 долларов, чел. Так, а мне нечего брать, у меня даже столько продукции. Хотя магазин можно сделать больше. Реально, кстати. Я же могу просто развитие магазин-то сделать, чувак. А чё так дорого? Не, пока маловато. Надо чуть подкопить денег. Берем, берем, берем. Родной, что-то ты медленно работаешь, походу уволю тебя. А на другого нанять, это вообще лох какой-то. Да, он очень слабо работает. Надо другого работника, это вообще лох. Ого, 6.35. Ставим тогда 6.5. 6.50. Работаем, работаем, родной. Паста поднялась в цене, арахисовая. Забрали просто все. Да, надо вторую кассу будет поставить, чел. Я буду сам обманывать на ней. Ой, в смысле продавать. Ну и где клиенты наши, пидас? Своим взглядом тупорылым всех людей отгонишь, блядь, чучело. 500 тысяч она стоит, смотри. У меня пока что нету. 500 тысяч, да. 500, вот она. Так я могу кредит взять. Я ж небольшой кредит могу взять. На 5 дней он. Ну, на 7 дней, похуй. На 7 дней потом погашу досрочно. Нормально. Нормально. Подходим, подходим, берем, берем, мозги не ебем. О, здравствуйте. Во. Нормальненько, удобненько, а чё? Хорошо, нормально. Так, ну что, мне можно кредит отдать, но мне надо... Давайте отдадим кредит все-таки. Не люблю, когда у меня какие-то долги. Ну, блядь. Чё ж, нормально. Похуй, свет не включаем, экономим. Мука для меня дорогая. Твоя мать, блядь, дешевле, чем мука стоит, пидораска. Пошла вон отсюда, бомжиха. Тихо. Челы багуются часто, пиздец. Бесит, для истуканы, сука. Набрали полные сумки. Там можно строить продавца, чтобы он наебал на сдачу. Где? Каким образом это сделать? Блять, что я наделал? Да что я наделал-то? Что я, блядь, наделал? Боже, что сделал-то? Че, блин? Кого настроить? Че вы пиздите? Ладно, пацаны, я пошел спать уже. Мне что, долб... играть какую-то игру для девочек, все как долб... на кассе.